после того, что мы увидели в предыдущих видосах, мы решили сделать рейд. Я сегодня не один пришел, я пришел с такой компанией. Он стоит, собирается начать вступление, и мы собираемся сделать тут рейд, потому что тут реально происходили какие-то странные вещи. Чтобы не было паранормальных, таких потусторонних явлений, какие-то шумы подозрительных, мы специально взяли много людей. Ну вот, сами посчитайте, и все они будут у нас в кадре, поэтому мы никакие там постановки, ничего не делаем. И первое место мы решили посмотреть загадочную дырку в земле. Только посмотрите сюда. Че там? Че там? Посмотри, ебать, че за хуйня? Кто-то насрал. Это что за хуйня? Да, смотри, мы нож нашли ее. Помнишь, Крайн, ты хотел сюда спуститься? Мне кажется, блядь, это что-то такое. Ты в перчатках сейчас, да, Крайн? Ну. Давай, попробуй этот. В перчатках возьми этот нож и спрячь себе в куртку, если тебя менты словят. Короче, ты будешь обвиняемый. Ну, ты же в перчатках отпечатки не оставишь. Нафиг надо вообще этот нож? Вдруг там что-то реально делали? Ну вот. А зачем мы на заброшке находимся? Хотя можно забрать. Да, Крейн, ты же этот собираешь ножи? Если он такой, ну, беспалевный, типа там ничего нету, можешь себе его забрать. Короче, это пиздец, просто нож валяется на заброшке, тут вообще ни живой души. Ну, блядь, заберем, да, просто как трофей, блядь. Да. Ну, Крейн, блядь, Крейн же коллекционирует, блядь. Не надо будет выйти. Аккуратнее. Смотри, этот, руками обычно не трогай. Ну, смотрите, он. Тут что-то есть, там снежок, наверное. Отпечатки на это, на свет, давай посмотрим, может. Отпечатки нет, да, вроде? Ну, смотри, аккуратнее. Бля, есть фонарик, Вася? Посади сюда. Видно, не видно, что-то. Да вроде чистый нож такой. Да вроде чистый, действительно. Да, ну, какие-то пятна. Разводы, блядь, какие-то. Да, вот, отпечатки видно даже. Видишь, замазывают, да, вот. Жировые отпечатки, короче, остались. Там... Теперь, ребята, мы будем дальше просматривать. Надеюсь, ничего такого серьезного не будет, потому что нам и так хватает приключений. Да, Серега? Вполне хватает, пиздец. Вполне хватает. Он даже свое лицо скрыл, чтобы... А я лицо не скрываю, ребят. Чтобы его в армию не забрали. Ребят, всем привет, надеюсь, вы меня узнали. А знаете, куда пропал Арсик? Он в армии был. Я забухал, ребят. Короче, ребят... ссылка обязательно в описании, ну подписывайтесь, ну блять, я буду делать годный контент. Так, ребят, для того, чтобы видео выходили чаще, пишите самый такой красивый, креативный комментарий, и я буду давать за них медальки, то есть получается каждый комментарий я буду лайкать, поэтому чем ты больше лайкаешь это видео и пишешь хорошие комментарии, тем больше ты получишь лайки от меня. Брат, засними, вон там такой эстетичный, прям посмотри. Мне кажется, это вообще что-то такое реально жутко происходит. Ну потому что, ну. Мне кажется, это на Еломана вот это смахивает. Короче, ребят, Вася, я надеюсь, он не вырежет. О, там даже имена есть. Интересно, кто это сделал? А кто это сделал? Чемодан? Спасибо за такую. Чемоданчик, может, там... Кто узнал себя? Оля, Настя, Арина, Рома. И сверху Алишер Пак. Алишер Пак. Тупак? Шакур? Пак, салам алейкум. Ну, кореец, наверное, какой-то, да? Стой! Крейн где? Крейн там, где срался. Срать пошел? Экранчик включи. Снимай, как тебя снимать? Экранчик. Какой экранчик? А, бля, пиздец. Пиздец. Галё, как дела, блядь? Саша, как дела, блядь? Забидер, чётко всё? Всё нравится? Ты начало с Васи снял? Конечно, я не снял. Снял, снял. Бля, вот тут, смотри, нихуёвая локация. Ебать, стой! Смотри! Это шкура барана. Смотри, ухо! Ухо, смотри! Ебать. Слышь, Серега? Видимо, здесь когда-то была охрана, и это место было отступлено. Что-то написано, опасная зона? Да. Бля. Бля, без страшно, как будто оттуда точно бежать будет. Оттуда? Бля, а где Крейн? Я и говорю, Крейн пропал, надо Крейна найти. Подходцы, Крейн, где? А вдруг на нем проклятие? Я не без прикол, где Крейн? Я не знаю, я говорю, ну что? Вдруг на нем проклятие, пацаны? Он же взял этот нож.
Я, Серега, ты крайне видел? Короче, у нас пропал наш друг Крейн. Это не первый раз такое. То есть раньше он тоже пропадал именно на этой заброшке. Когда я с ним вдвоем туда ходил. Он тоже тут пропал, кстати. Смотри, это кость, это Крейна нога. А где Крейн? Что ты делаешь? Ты там во втором ходил? Ты же ходил, Крейн. Брат, я тебе собирался звонить, блядь. Да. Прям вот тут. Не гони. Мы оставили камеру. С закрытого объектива. Крейн будет снимать ночью. Давай туда что-нибудь закинем. Эй, уходи, давай. Я по вот этой глыбе снега лучше бы не стоял, потому что я пойду обратно. Нож, это все прикольно, красивый ножик. Но нож-то, блядь, валялся вот так. Я просто что говорю? Я просто в такую хуйню верю, то, что, блядь, вдруг реально что-то заколдовали там вот эту хуйню. Просто смотри, я про что говорю. В таких местах, типа, хорошие вещи никто не оставляет. Да, либо с ними что-то связано плохое, там, какое-нибудь проклятие. Да-да-да, не, конечно, это глупо звучит, либо... как бред, вот как бред, но, блядь, ну... Но я лично верю в такую хуйню. Ну как верю? Ну просто... Либо что-то с ними сделали. Не просто так же нож оставили, не просто так. Ну да, это нормальный нож и в таком месте. Зачем мы его взяли, блядь? Кого, Крейн? Не, нож. За Крейн, ладно. Собака была или сюда? Это что за хуйня? Бля, вообще, что происходит? Это с той дырки, да, походу? То есть собака огромная лает в водине. Либо что-то упало. Пизду, я в пистолет. Крейн, в твоих глазах я вижу страх. В тебе нету духа. Пошел нахуй. Я тебя... Если бы ты жил в моем дворе, я таких, как ты, послаю за сушняком. Иди отсюда, блядь, черт. Поцы, кто тут собак вообще не боится из вас? Конечно, вот. У него броник есть, он будет... Ты не боишься, да, собак? Я сразу... У меня просто, у меня с детства такой страх. Размотаю каждого любого. Украина тоже страх, его тоже в детстве. Бля, вот нахуй ты вот это взял, брат? Вдруг реально кого-то... Вдруг зарезали собаку, блядь. Нет, а вдруг он проклятый и на тебя проклятие? Похуй. Одно яичко будет, Крейн. Продолжим свой путь? Да. Давай, ты первый иди. Да, пойдемте, кстати. Если мы к этому зданию уже, они все навеселе, но я чувствую, что-то, блядь, будет плохое. Потому что нельзя в таких местах веселиться. Вы же сами знаете, ребят. Потому что конкретно именно в таких местах нужно вести себя спокойно. Нельзя оскорблять души погибших. Потому что они души погибших. Души погибших? Да, я. Ты знаешь, как кстати, людей погибло? Знаешь? Нет. Вот я не знаю. Видео мерили? Правда, слышишь? Ебать, висельница. Саша, снимай. Ехал. Самый интересный раз. Предыдущего видео. Вы, наверное, видели то, что я тут уже был. Я нашел тут какую-то жидкость красного цвета. И надеюсь, это была не кровь. Но многие в комментариях писали, что это кровь. Я думаю, что ну, это не кровь, потому что... Типа, кто-то что-то будет делать, да, правильно? Нахуй кому это надо? Возможно, это совпадение. О, свет надо включить. Где креосан? Арси. Креосан нужен. Да, надо свет подключить. А цвет? Короче, ребята. Автомат работает. Ребята, у меня идея появилась. Сторис для Инстаграма. Сейчас вы снимете? Давайте позже. Так. Это комнаты какие-то мутные. Да, где? Там есть комната? Так, тут-то я не был тогда, не заходил сюда. Ух ты, ебать. Сквозная дыра. У-у-у, я тебя вижу. Ебать, отсюда пиздец страшно наблюдать. Забеги сюда. Да, тебя снимаю. Ух ты, ебать. Тихо.
Вася? Знаешь? Численные. Ебать. Точняк. Численные, нахуй. Это же не мы. Кто-то не... Я сюда не ходил. Вы же только что по видео видели. Кто-то недавно тут был. Сегодня с ним был? Нет. У нас со вчерашнего. Очень опасно, мне кажется, ты тут металл ворует, да? И темные комнаты. Тут много темных комнат. Не будем на это обращать внимание, Крейн. Вот, следы, смотри. Кто-то ходил. Какие следы-то, блядь? Ну, Крейн, мы тогда были тут-то. Одежда была, а каски не было. Слышь? Я вообще вон там стоял. Кто-то каску принес. Кто-то принес каску. Одежда с всякой. Кузов нет, блядь. Я не понимаю, что это происходит. Тихо. Нет, не сюда. Тихо. Это тоже. Пацан, не сюда. Не сюда. Сюда, дадите парни помочь. Это что за хуйня? Вблизи вот здесь какие-то будут звуки мутные. Слышишь? Да. И это что-то, блядь, такие ебанутые звуки какие-то. Я таких звуков не слышу. Нет, звуки фигня, пацаны. А это что такое? Ты что, это гимнастический? Кольцо. И, пацаны, надо это... Может, Крейн, ты от ножа избавишься? Ты был там? Там кожа лежит. Все, прикинь, да, вы хочете, как поебало топором ебанули? Шалогды. Это же не твой нож. Сейчас, а если полиция тут ходит, наш специальный шоу? Здесь были? Поцы. Здесь не были. Здесь и были? Да, там были. Нет. Каска. Что думаешь, Крейн? Там что-то изменилось? Смотрите. Иди, ты с ножом, ты первый, иди. Иди первый, ты с ножом. Стрелка. Туалет. Сейчас скажешь, что это мы наклеились. Чего, блядь? Тихо. Стоп. Собака. Не съёбывайте. Нельзя убегать от собаки. Держишься вместе. Значит, хуярит просто. Чего? Это... Что за хуйня? Убери нож, брат, убери. Арсик, смотри, ебать. Блин, нахуй, я не буду там. Ёб ты, мешок какой-то. Я не буду. Долбоёб, убери нож, нахуй. Я не буду, нахуй. Ебать, ебать. Дай фонарик, Крейн. Подожди, пиздец запах, бля. Пиздец воняет. Сходи, Крейн, стой. Подожди, я в перчатках. Ты нахуй, я сижу нож. Я эту кожу сниму, тебе брось. Пиздец воняет, может туда встать? Нет. Нет, наши пацаны не трогают. Шаги, не трогай, Потому что не видно, что. Фу, блядь. Фильм воняет.
блядь, выкинь этот нож нахуй. Выкинешь. Долбоёб! Ты отпечатки оставил, выкинешь. Вытри, вытри, вытри. Так, я куда-нибудь. Быстро выкинь, блядь. Нож выкинь. Я по цепь пизду такси вызываю. Блядь, да, нахуй, надо отсюда такси выкинуть. И на нож отсюда побыстрее слайд. Слышь, эти шаги, блядь, пизду. Потому что, если нас ловят, там пизда. Пойдем, ты лопаешься.